Здравствуйте! Еще запишу один урок, посвященный слуховому анализу для пятиклассников, для уже продвинутых музыкантов. Уровень сложности, так скажем, ну, пятый, наверное, да? Пятый класс, пятый уровень сложности. Сейчас мы с вами будем слушать ступени, интервальные цепочки и аккордовые цепочки в си-бемоль-мажоре. В си-бемоль-мажоре и в том числе гармоническом. В си-бемоль-мажоре у нас два знака, си-бемоль и ми-бемоль. А в гармоническом понижается шестая ступень. То есть добавляете еще соль бемоль. Споем вверх натуральный си бемоль мажор, а вниз гармонический. Поем. Си бемоль. Еще раз.
Слушаем правильный ответ. На третьей ступени мы стояли три раза. Там вначале была устойчивая малая терция фа. Здесь же верхний голос отошел на соль бемоль, получилась уменьшенная кварта. Разрешилась в малую терцию ре фа снова. Пошел ход до фа чистая кварта, си моль фа чистая квинта. Опять дружба с уменьшенной септимой. Звуки разошлись, далее соль бемоль и си бемоль фа чистая квинта. Теперь, пожалуйста, внимание, слушаем аккордовые цепочки. Так, слушаем аккордовые цепочки. Напоминаю, что нужно слушать бас, то есть нижний голос аккорда, и можно даже его пропевать вслед за мной. Итак, начинаем с тонического трезвучия. Т5-3 на первой ступени. Слушаем цепочку. Терция.